Добрый день, дорогие телезрители телеканала «Благих новостей». Я хочу от всего сердца поздравить вас с праздником Пасхи и пожелать вам, чтобы Иисус Христос был действительно тем Спасителем и тем ангелом, который уничтожает всякое проявление смерти в любом его виде, откуда бы оно ни приходило в вашу жизнь. Чтобы победа Иисуса Христа, она как знамя была в вашей жизни. И во имя Иисуса Христа хочу благословить вас от всего сердца, и чтобы Он для вас стал самым дорогим и самым чудесным, что только есть в вашей жизни. Будьте благословенны.